Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь Геймс, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Мстители. У меня по счету 17-я часть игры под названием «Возвращение первого Мстителя». И желаю всем приятного просмотра. Ну а сама серия будет называться «Сполох ракет». Вот очень скоро близится финал, он обещает быть прикольным, классным и интересным. Так, отслеживать, все правильно. А, нам типа так нельзя, да? Ну, ладненько, нельзя так нельзя, хотя честно, какой-то бред. Ладненько, получается, нам надо как-то по-другому выбрать задание, да? Кстати говоря, еще обучение я забыл пройти. Видите, финал уже почти, чуть-чуть осталось и финал. Видите, паника в Манхэттене, это будет финал. Так, ладненько, получается, нам еще осталось пройти то самое Черная Вдова, а что это не сделал? Перестать исследовать экспедицию, глобальные цели, общий сбор. Понял, понял. Ваника, так не получается, дайте штабной стол. Так, все. Получается, раз. Погнали. Сполох ракет. Прикольное такое название миссии. А серия еще лучше. Командор Хилл, а им слишком долго распространяло лживые слухи о сопротивлении. Довольно. Пора рассказать всю правду. Но их спутниковое покрытие огромно. Пока эта сеть работает, они контролируют повестку. Джарвису удалось найти спутниковые центры, которые управляют коммуникационной системой. Понимаю, к чему ты клонишь. Если вырубим один, отключится вся сеть. По крайней мере, на пару часов. И мы сможем отправлять сообщение сопротивлению. Временно. Но так каждое наше слово будет иметь вес. Но у нас нет оружия, которое смогло бы вырубить спутник. Так что же делать? Спутник соединен с Землей огромным космическим лифтом. На нем мы поднимемся. Бля, как очень умная, а? Реально, и супер крутой герой. Типа я недавно проводил вот опрос в предыдущей серии. Вот какую, допустим, игру мне следующую проходить после прохождения, после завершения прохождения Far Cry 1. Мне очень интересно, какую же вы игру выберете из 16 игр. Каждая игра по-своему прикольная, классная и интересная. Мне правда очень интересно, какую же вы игру выберете для моего следующего прохождения из 20 игр. Так, получается, Мисс Марио выбрать. Добавить спутника. А, вот так вот, да, получается, теперь у нас будет так. А сейчас сделаем так, у нас будет прикольненькая серия такая. Получается, у нас Халк будет. И следующий у нас будет, наверное, я думаю... Так, Тор. Во, вот мои спутники. Классное решение выбрал, что таких спутников выбрал. Для начала придется раздобыть коды запуска для космического лифта. Будет сложно. Оно того стоит, Хилл. Сопротивление пока что легко сломить. Нам надо как-то объединить силы. Для этого необходимы каналы связи. Халк своей спиной весь обзор закрывает, а? Вот зараза, блин, нифига себе у него задница. Да, полагаю, ты знаешь, где их найти? Джарвис узнал, что они есть у командира местной базы АИМ. Надо к ним наведаться. Ого, нифига себе у них база. Да, будет нам не очень легко. Но мы справимся. Тебе прикольная команда такую собрала. Халк, Камала, Тор, им и Кэп. Итак, нам надо достать коды запуска. Понял, понял, Кэп, будет сделано. Сначала тебя апнем. Так, снаряжение. Ух ты, тут максималка 5, но тут прям вообще дерьмо будет, а. Да, надо что-то новенькое себе понаходить. Опа. Опа, опа, защита. Зато все. О, вот так вот. То все остальное будет у нас очень даже крутое. А как, потому что как-то подальше отодвинуться, а? Чтоб тебя лучше было видно. Так, получается. Все остальное будет круче. Хотя нет. Или да. Да-да-да, все остальное будет. Подожди, извините. Да чтоб тебя. Во! Все. Так, получается, у нас ломаем. Апаем. Ого, теперь Кэп у меня намного круче стал. Так, цели, цели. Что у нас там за цели будет? Получается поручение, да? Ого, устранение высшей синтоиды. Синтоиды. Честь, опыт. О, ого. Так, уже столько времени? 52 минуты? Серьезно?
Ладненько, так, получится внешний вид у нас какой. Так, передовая, тайное лекарство, суперсолдат. Ну, думаю, оставим суперсолдат, хотя, честно говоря, передовая, костюмчик такой, я тебе сказать, честно, смешной даже, честно, на самом деле. Поэтому я такой выберу. Хотел бы я хотя бы такой взять костюм, или вот такой себе прикольный, как эти, на похоже на Брюса, на Бэтмена. Ну все, погнали. Тащите экзо Монотрона. Окей, окей, будем искать. Так, ого, сколько вопросиков, надо будет все вопросики обыскать. Так, я надеюсь, Клава не сильно мешает, а то она порой меня бесит. Рядом расположен ящик с оборудованием. Как настроение, Камала? Хорошо, нормально. Да, уж очень весело, потом оборудование возьмем. Сначала пизделей, да, один, а им. Так, где придурок? Ты, сука, сильная, подожди. Ух ты, ё-мо, ого, Халк. Ух ты. Опа, так, а я пока быстренько тролька вырублю. Ты теперь... Ого, да нифига себе тут... О, Ешка, блин, Ешка. Ого, Тор молодец, а. Я красную команду собрал. Опа. Так, это придурок. Ого, молодец, Халк. Ух ты, спасибо, Халк, тебе. Ты прокачал меня. Ого. Ой-ой-ой. Нифига себе он рванул. Так, только. Ух ты, с первого раза. Как ты мудил, а? Будень. Вау, нифига себе его разорвал. Мне нравится, как Кэп кидает свой щит. Это просто шикарно, а. Вижу технику АИМ. Где, где, Кэп? Где? Ага, вот она. Опа. А где бы всех убили? О, какой Халк свирепый, а. Как всегда крут. Так, ладненько. Сейчас быстренько все соберем. Вот что-то мы еще нашли себе для улучшения. Так, получается, у нас тут ящик. Ага, надо будет его взять. Получается, сначала, знаете, как надо будет сделать? Ну, по-умному, если я, конечно, не туплю сейчас. Так, тут у нас ничего нет, получается. О, тут нужен был бы Халк. Жалко, что я Халком не играю, а. Не могу эту штучку-дрючку взять. Так, я чуть потупил. Нам надо спешить. Правильно думаешь. Да, Камала, но подождем, никуда никто не денется, мир не погибнет, мы его спасем. Так, получается, нам сначала нужно... Так, это... Это то место, что я думаю? Вроде бы да. Так, давайте. Ух ты. Ну да. Эй, эй, это не та штучка-дрючка? Эй. Это... Опа, ящик, нифига себе. Кэф, нам нужны коды запуска. Сделаем. Сделаем, сделаем, но я кое-что найти не могу, а? О чем я просто когда Наташу играл, это было. А сейчас получается нет. Как-то просто мне ящик надо открыть. Тут должны быть штучки-дрючки, но их почему-то нету. О, ладненько, нет так нет. Не судьба, значит. Хотя... А что такое я сделал? Сейчас появились? Давайте уже займемся ими. Подожди. Не волнуйся. Все будет. Вот-вот-вот, правильно, Кайф, ты сказал. Все будет. Так, ну получается, мы хрена возьмем и то, и другое. Ну да, ладненько, черт с ними. Да подождите, дайте. Ого, тоже, нифига себе крут. Так, подождите, я там кое-что потерял. Джайлес уже туда убежал. А я хочу вон там взять. Там, по-моему, был ящик, если я не ошибаюсь, конечно. Опа. Так, как-то попасть. Так, хотя я, скорее всего, наверное, не прав. Ящик, ящика тут нет, да? А тут есть? Блин, Ваника. Ваника, не будем затягивать время. Гости. Понял, понял, Кэп. Быстренько все соберем. Аккуратненько, не спеша. Да, потому что я хочу все ящики попасть, по крайней мере, большую часть ящиков. Но, сейчас скажу вам... Некоторые ящики в любом случае не смогу открыть, потому что вы Кэп сильный, но не такой степени, чтобы сломать дверь. Хотя на самом деле он бы мог бы сломать. Я не знаю почему.
Это невозможно меня в игре сделать, а? Ладненько, мстители, пошлите. Какой-либо бы все были бы здесь. Противник. Так, где? Видите, я ищу этого ящика, да? Не хочу их взять, но получается, мне что-то не дает это сделать. Я не знаю, что именно. Так, подождите, кое-что, кажется, есть. Ого! Ого, видели, да? Ну вы... Опа! Блин, надо теперь так вот открыть. Быстрее, 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 кэп. Последнюю, последнюю. Опа! Сим-сим, откройся. Моя очень умная. А, спасибо, Дим, что ты умный. Говорит, сам себя не похвалишь, как-то никто не похвалит. Так, ладненько. Опа! Ого, нифига себе. Вау, я нашел комикс. Охренеть, а. Ай, команда Мстителей, это супер, а. Блин, так ладненько получается снаряжение. Тут у нас 19-й, тут максималка, да? Тут сноровка, угу. А тут у нас... Тут нет, максималки нет. О! Вот, теперь круто. 16-й минус, блин, а тут уже максималка, да? А, почти. Могущество. Могущество тоже. Так что получается, мы в любом случае себя апнем. Как вы видите, у меня кэп становится сильнее. Я очень этому рад. Только тут дерьмо. Так, теперь навыки. Ага, основные. Легкая атака. Ну да, в принципе, кэпу не хватает вот эта штука. Вот это круть. Блин, кэпа столько всего не хватает. Так, комиксы, получается, комиксы. Ага. Ух ты, Капитан Америка 2017. Блин, тут интересные комиксы на самом деле. Я, получается, только два комикса нашел по Капитану Америку, да? И кэпа, и Железного Человека. Обидно. Ладно, кэп, погнали. Отыщите, я уже читал, в принципе. Что-то, касва, экзо отыскать. Так, ладненько. Но получается, мы правильно идем, да? Ну да. Я хочу сходить на вопросик, а? Он недалеко все, находится. Как мы отрабатывали. Да, Кэп. Всегда, всегда. Лежать. Так. Ух ты. Спасибо, Хоук, я сам справлюсь. Так, получается, мы почти подошли, да? Ого, видели, как Камао с Алком работает, да? Я помогу ей немного, а? Посмотрите, круто, да? Ого. Тот, что в центральной зоне, да. Надо привлечь его внимание. Ой, давайте быстро победим этого ублюдка тупого и пойдем сегодня за вопросики, а? Ух ты! Да. Ого, я попал четко до него, а? Минус, придурок. Так, получается у нас тихо хрена. Блин, надо быстренько. Ага. Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. Вижу Жарвисова, вон. Потом вас поскроем его. Это помочь нашим. Сейчас быстренько я бегу. Блин, заморозка. Да. Ублюдская турель, а? Как обычно, Халк крутой. Да блин, чтоб тебя, Кэп, ты не позоришь, а? Достали вы, а? Ой-ой-ой, Камала. А вот и подарок. Сейчас иду. Да чтоб тебя, Камала, обвинить. Опа. Ничего себе, сука, сильный, блядь. Блин, так это месиво происходит, а? Не пойму, чё, блин. Честь, опа.
какую-то миссию выполнил. Блин, когда... Вряд ли. Команда! Лифт находится под управлением многоступенчатой системы контроля доступа, зависящей от трех контрольных узлов. Чтобы открыть вам доступ внутрь, Джарвису понадобится их взломать. Всегда все так сложно. Ну, камон, ничего легко не бывает, а? Так ладно, придурка его победили, все хорошо. Правда, я не видел, кто его именно вырубил, кто победил его, но тем не менее. Ладненько, все получилось, а? Сэр, АИМ в полной готовности. В транспортном центре вас ждет яростное сопротивление. Спасибо, спасибо, Джарвис. В принципе, меньшего мы на меньшее мы не рассчитывали, а? Так, все так все легко пройдет. Так, ладненько, доберитесь до комплекса с серверами, окей? Ну, сначала мы исходим быстренько на вопросики, а? Потому что я хочу Кэпа улучшить, а? А то, блин, с финала я не готов. Преимущество на нашей стороне! А на самом деле я правда не готов. Ладненько, все. Вопросики 100 метров, ага. Что же мы тут такого интересненького найдем? Рядом должен быть ящик с оборудованием. Сейчас или никогда, Кэп. Покажем им! Вау! Ого, вот это крутая штучка. Бля, Кэп очень крутой, а. Он так быстро кидает щит, что даже не успевает за ним, а. Это как Кэп кидает, ой, это как Тор кидает свой молот, а. Так. Ого, паровой молот. Супер прием. Так, ящик у нас где? Он у нас сверху, ага. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, получится сюда. И сюда. Тут никого вроде бы нет, да, больше? Халк там вовсю развлекается, а? Ну-ка, давайте откроем. Видите? Не зря я все-таки пошел, а? А вот тут ящик, походу, я не смогу открыть. Знаете, почему? Вот посмотрите, он далеко находится, я просто до него не смогу допрыгнуть. Тут мне просто не хватит сил. Тут нужен... Хотя нет, вот оно получается. Ага, раз-раз, мне все-таки получится. Я уже увидел местечко, лазейку. Вроде бы должно получиться. Да, сейчас видите, что там, если вы слышите лишние голоса, просто у меня... Я не один дома, поэтому... Простите за это, а. Просто нет времени такого, чтобы удобного записывать. Я и так стараюсь находить, конечно, но... Блин, как на самом деле? Получается, стенка находится очень высоко. И... блин, а... Ого, Халк прикольный. Они не должны перекрыть лифт. Не должны, но видите, вон местечко прикольное находится, да? А я, получается, до него... О, перекати поле было. Прием неожиданно и на повал. Вау. Ну да, согласен, Кэп. Видите, получается, тут есть штучка-дрючка, да? Вот там. Я добраться до нее не могу. Получается, я не знаю, что мне на самом деле делать. Увы, извини, ящик, но я никак до тебя не доберусь. Просто посмотрите внимательно. Тут Камауи может, допустим, пойти штучка-дрючка, да, запрыгнуть. Допустим, хреново, Тор, Ясенпень, Халк. А вот Кэп не сможет. Даже Наташа сможет со своим копьем. Своим кнутом, так сказать. А вот Кэп с нами посвятить. Если они догадаются, что мы задумали, они изменят коды запуска. Надо торопиться. Видите? Кэп не получится, Кэпу никак. Ну, это как сделать? Ой-ой-ой, хотя... Блин! Вы вышли за пределы зоны, а? Так, подождите. Дубль 2, сцена 2. Последний раз. Не получается? Все. Выходим. В смысле, идем дальше. Да. Я знаю, что так никто не делает, как я, но тем не я отличаюсь от всех. Скоро на своем канале я собираюсь раз в недельку делать онлайн-игровые стримы. Я настраиваю эту программку. Ого! Вау! Все-таки получилось! Есть! Кэп забрался! Дима молодец! Ух ты! Я же говорю, я очень классный, а? Поэтому подписывайся на мой канал. Не жалейте, не пожалеете, подпишитесь на мой канал, не пожалеете. Вау, ты как бы так может? Я не знал. Так, ладненько, следующий вопросик у нас, походу, находится там, именно. Внимание. Опа. Всем! Так, боевая готовность. Они даже опомниться не успели. Ух ты, жизни-то мало, а. Ух ты,
Опа, спасибо, Халп. Так, сейчас у нас тут... У нас гости. Так, где именно? Кто где, когда? Вроде бы никого нет. Ящик-то аж там находится. Так, получается... Видите? Нифига не получается мне взломать, не знаю почему, но... Алян-да-лан, типа, говорится, хрен тебе, мы не дадим, да? Ну да, ладненько, тут Наташа нужна, походу, была быть. Причем, для каждого, блин, ящика нужен свой герой. Пипец какой-то получается. Ладненько, пойдемте уже наконец-таки северную, а то вы дождались уже. Это ж сука, да? Что же будет дальше, мне самому очень интересно, а? Узнать. Ух ты! Спасибо. Опа, что это у нас? Ух ты. Блин, вечная путая. Эти штучки, кажется мне, что такие, вы понимаете. Так, получается, ладненько, опять же, улучшение. Я считаю, что сразу нашел улучшение. Сразу, если возможно, если оно подходит тебе классно, сразу улучшил его. Так, получается, у нас ухи и патя прям все дерьмо идет. Не, не катит. А вот это у нас, даже сказать, очень классно. Тут получается у нас... Так, получается, подождите, 16-й ближний бой минус, зато дальний бой. Сноровка, тут могущество. Нет, но могущество у нас будет получше, поэтому воздержимся. А вот тут у нас... Опа, тут все прокачано, нет? Могущество. Точность. Ближний бой, то дальний бой будет плюс. Поэтому да. Я считаю, дальний бой нам поважнее нужен будет. Так, ну все, Кэп. Ты крут, как всегда. Погнали спасать мир. Против нас они ничто. Он наконец-таки тоже заговорил, а то он вообще походу не говорит особо. Честно, молчун какой-то, а. Так, подожди, я не туда пошел. Все-все, ошибся. Опа. Да, все, теперь правильно пошел. Нифига себе у них тут база, блин. Аж такое конкретная, большая. Так, тут у нас что можно? Опа, вопросик. И там вопросик. Пойдите на все вопросики сходим, а? Я знаю, ну, лучше, конечно, тупо промотать на самом деле, а? Если захотите, конечно. Ну, я бы посмотрел бы, а? Ну, в принципе, вопросики как и собирать, они интересны, но... Может быть... Ну, все, тем не менее, это будет прикольно. Так, получается, я смогу сюда добраться. Да, есть. Кэп, ты крут. Что у нас тут в этом ящике будет такого? Опа, нифига себе, искусственный бонус. Резонатор. Так, ладненько. А, ну-ка, все, дальше. Пошли. Так, получается, тут у нас... Так, подожди. Немножечко до вопросика осталось, а теперь быстренько за него сходим. Одному из членов сопротивления неподалеку от вас требуется помощь. Ага, понял. Понял, Жарис, поможем. Так, Кэп, ты крут. Ого, спасибо, Халп, и то. Мстители, вперед! Так, кого гасить еще? Ага. Да нифига себе, Тор. А, все уже. Так, кого еще? Все, да? Так, вот, да? Да, тут прикольненько, на самом деле, в игрушку будет поиграть, ну, с кем-нибудь кооперативе. Я уже не прошу. Они так ничему и не научились. Не, ничему не научились эти придурки, а. Они не знают, с кем они связались, а. Что Мстители очень крутые и очень опасные. Да, эти придурки сильные тоже, но мы круче их, умнее их, сильнее их, добрее их. Все, как мы отрабатывали. Ух ты, нифига себе. Вау, это с первого раза. Так, криво хрен. А, Халк справится. Так, я видел Халка. Поэтому пойду быстренько за турели схожу. А, это с тобой. Минус один. Так, получается, у нас тут все завершено, да? А, тут у нас есть что-нибудь такое для улучшения? Опа, надо спасти. Ага, сначала надо всех вырубить. Вот он. А, все, все. Ага, сейчас.
Подожди, сейчас все будет. Последняя штучка осталась. Так, подожди. Кэп, оба. Есть. Тео, за работу. Теперь ты в безопасности. Ну-ка, давайте посмотрим. Вау! Он ее классно телепортировал. Так, мы тут все взяли, по сути говоря, да? А что за вопросик вообще был на самом деле? А, это вопросик спасти надо было. Или нет, или да. Так, жизни. Все. Так, у всех жизни нормально, да. Ну все, погнали, наконец-таки, теперь на основу. Хотя я, в принципе, считаю, что в каждой миссии надо полазить, если возможность есть, такие коротенькие. Подключитесь к трем допы. Контрольным узлам, собрать блокирующим все. Доступ к системе безопасности, чтобы Джарвис мог открыть вам двери. А им понял. Попытается вас... остановить. Отстреливаться. Чем больше узлов вы взломаете, тем лучше. Продолжайте в том же духе. Вау, видели, прокачался. Ого, нифига себе. Аим перехватила один из узлов. Пытается выкинуть Джарвиса из системы. Бегу. Сейчас разберемся. Так, Джарвис готов начинать. У нее опять эта заморозка. Спасибо, Хаук. Придурок, а? Опа. По-моему, у меня навыки доступны еще, да? Да. Я все быстренько прокачаю себе, еще лучше сделаю. Так. Получается, это у нас силач. Тяжелая контратака. Ого. Нифига себе, давайте эту выберем легкую, а? Тут у нас кэп. Ну, пока не тягивает до финала. Он пока у нас еще на самом деле очень даже слабый. Так, получается, вообще все дерьмо идет, да? Почему все дерьмо идет? Не могу понять. О! Вот это в плюсик. Вау. Ух ты. Нифига себе. А как-то у нас становится вообще просто огонь. Ну, в смысле, нормально, в смысле, слово я имею в виду. Вау, Кэп-то, ты супер крут. Ой-ой. Аук, спасибо. Ладно. Так, Цешка. А, Бэшка. Вам нужно отбросить АИМ от этих узлов. Ага, понял. Бодро качает единички и нолики. Но вам по-прежнему нужно не подпускать к узлам противника. Да что такое теперь, где? Вот почему у нас называют мстителем. Бегу. Вам нужно отбросить АИМ от этих узлов. АИМ отбили один из узлов обратно. Мы их остановим. Да, Камал, я верю в нас. Сжимайте кольцо. Бросаю гранату. Осталось немного, а? Все охранные системы лифта отключены. Можете идти, Кэп. Что ж, момент настал. Одну очень долгую поездку на лифте, пожалуйста. Взломайте сервер. Идеально, я просто идеально взломал его, а? Новая цель. Идите к следующей цели. Используйте космический лифт. Космический лифт? Ого! Вау. Сэр, предупреждаю, это будет очень непростая поездка. Держитесь крепче! Невероятно! Без понятия, какие системы защиты у этого спутника. Забираемся внутрь, запускаем самоуничтожение и отчаливаем. Ясно? Предельно. Так, протащите отсек с регуляторами мощности. Ого!
Тут прям вообще пипец. Ух ты, ух ты. Все, серьезно. Паника, опять же, наше улучшение. Ну, извините, снаряжение просто новое, нахожу, сразу апаюсь, поэтому я считаю, что это на самом деле я делаю правильно. Опа. И максималка. Так, вот тут получается у нас будет точность. Да ладно, точность не нужна. Хотя пригодится, но... Так, тут получается у нас требуется, ага. Тут пока что... А, что минусы получается у нас идет? Ух, не катит. А тут у нас... Блин, ближний бой будет фигнево. Ладненько, все взяли? Противник. Погнали. Надо найти пульт и открыть двери центрального узла. О, ящик. Вау, защита взятского могущества. Не только, блин, пультом, а опять надо зайти туда. Ё-моё, мстители, я вас люблю. Так, что это у нас получается? Вот это, да? Какая-то типа уникальная, что ли? А, 10 штук получается, да? Сноровка, это получается у нас точность. Минус дальний бой, и, а может быть потом плюсом даст нам, а? Ой-ка, оставим, надо покопить комплекты. Ну все, Кэп, я знаю, что ты злой, извини. Да, если бы Пенни тут был бы 5 лет целых, а? Я бы на месте уже злился бы, а? Если не ошибаюсь, то если мы в то место пришли. Они любят все делать наверняка, да? Еще как. Надо сломать абсолютно все, иначе спутник продолжит работу. Ну да, я был прав, что Кэп тут был. Так. Мы ждем вас, Кэп. Как только вы отключите спутник, мы разошлем сообщение всюду, куда сможем. Отлично! Вау, это было эпично. Так, сломать, да? Давай, Халк, круши. Я верю в тебя. Сеть по всей станции перегружена. А, блин, ничего не доступно, а? Поэтому ничего не доступно. Ну, ладненько, так пойдем. Ух ты, ух ты. Теперь все доступно. Блин, не туда щит кинула. Промазал немножечко. Опа. Ого, сколько тут всяких улучшений. Да нифига себе. Видите, бегаю, собираю, да? Жизни и все остальное. Так, следующая фиговина. Давайте. Я вытаскиваю, вы ломаете. Или нет? А тут как получается? А тут у нас что? Нет, тут получается что? Я... А, вот оно. Все. Давай, Камала. А, Хаук, давай, Хаук. Физический уровень на вирус. Энергия направлена на поддержку целостности станции. Система коммуникации разрушается. Мы сможем... И нашим постам на восточном побережье. А скоро и всему миру. Преимущество на нашей стороне. Да, Кэ, пока ты слабенький, только пока не очень наша. Кэ, это же жизнь, а? Блин, а? Нифига себе супер быстро, а? Ой, спасибо, Камала, тебе огромное спасибо, а? Реально, молодец. На помощь! Да достал, сука, поднимать меня в воздух уже, а? Мудива. Есть минус одна мудива, поднимающая воздух. Так, теперь вторая мудива. Вау. Вот это было круто. Так, получается, последнее, ага, питание, регулятор надо уничтожить. Так, ладненько, пошли. Опа, опять что-то я улучшил. Ладненько, давайте потом уже улучшим, а? Да. Сейчас уничтожим регулятор, а? И тогда. Во. Давай, Тор. Ага, пришли все собраться уничтожить.
Что теперь с загрузкой? Узел связи выведен из строя. Станция будет разрушена. Готовьтесь отправить сообщение. Убирайтесь оттуда. Сейчас рванет. Понял, понял тебя, агент Чиди. Как зовут ее? Ух ты, ебать вашу медь, а. Эй, мы правильно бежим? Куда бежать-то? Ай, ё-моё. Камалок. А, во. Бежим. У вас осталось 30 секунд. Ага. Внимание! Целостность станции под угрозой. Немедленно эвакуируйтесь. Задание выполнено. Сполох ракет. Награда за здание. Щит Патриота. Щит, ого, щит Патриота. Джарвис, передавай сообщение. Конечно, сэр. Говорит капитан Америка. Всем, кто сопротивляется тирании АИМ, всем, кто боится и не знает, у кого искать защиты, мстители вернулись. И больше мы вас не подведем. На 100% выполнил. 17-я часть под названием «Первое...» Возвращение первого мстителя завершено. Увидимся в новой серии очень-очень скоро. Все, спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Я вас всех люблю. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.